Друзья, всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне на кухню. С вами Виктория. Сегодня готовим медовый бисквит. Я вам предлагаю вариант без разделения яиц. Такой бисквит прекрасно подойдет как основа для медовых тортиков, либо просто в качестве пирога к чаю. Если видео вам понравится, не забудьте поставить лайк. Это очень важно для развития моего канала. И подписывайтесь на мой канал. Для приготовления бисквита нам понадобится 6 яиц, 50 грамм сливочного масла, щепотка соли, 100 грамм меда, 1 полная чайная ложечка разрыхлителя. Если вы готовите с содой, то понадобится тоже 1 полная чайная ложечка. Сахар и мука. Полный список ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Для начала 60 грамм сливочного масла растоплю в микроволновой печи. Как я уже сказала, медовый бисквит я буду готовить без разделения яиц на желтки и белки. Получается намного быстрее и удобнее. В дежу миксера выбиваю 6 яиц. К яйцам добавляю щепотку соли и начинаю взбивать на средних оборотах. Когда начинает появляться такая вот небольшая пенка, постепенно начинаем добавлять сахар и продолжаем взбивать. Яйца хорошо взбились, масса должна хорошо увеличиться в размерах и побелеть. Это, конечно, зависит от мощности вашего миксера. Если вы знаете, что у вас миксер не слишком мощный, то лучше разделить белки и желтки. Если же мощность вашего миксера довольно сильная, то можно ничего не разделять, а взбивать вот так вот, как взбиваю я. От того, как вы взобьете яйца, будет зависеть пышность вашего пирога. И теперь добавляем сюда 100 грамм меда. Мед добавляйте тот, который вам больше всего нравится, потому что вкус у бисквита будет, конечно же, зависеть от вкуса вашего меда. И взбиваем еще несколько минут, уже с медом. Посмотрите, какая пышная и воздушная получилась у нас масса. И теперь сюда просеиваем муку. У меня 200 грамм. Я буду просеивать в несколько раз. Смешивать тесто нужно либо силиконовой лопаткой, либо силиконовым венчиком, чтобы яично-сахарная масса не осела. Делаем это постепенно, не спешим, плавными движениями снизу вверх. И сюда же просеиваем 1 полную чайную ложечку разрыхлителя. И самым последним добавляем растопленное сливочное масло. Перемешиваем еще раз. Вот такое по консистенции плюс-минус должно у вас получиться тесто, очень пышное и воздушное, посмотрите. Подготавливаем формочку, я буду использовать формочку диаметром 18 сантиметров. Формочку я плотно укреплю фольгой и немножко смажу дно и края формочки растительным маслом. Отправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 170 градусов, на 30-40 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Готовность проверяем деревянной шпажкой, она должна выходить сухая. И запекаем до золотистой корочки. Если у вас пирог сильно подгорает, то его можно сверху накрыть фольгой, либо сделать, как я, серединку оставить открытой, а по бокам закрыть фольгой. Остывать бисквит я оставлю в духовке с приоткрытой дверцей минут 30. Затем достану и буду остужать уже на решетке до полного остывания. Посмотрите, какая красота! Бисквит хорошо поднялся. Получился такого существенного карамельного цвета. Запах стоит непередаваемый, это только нужно попробовать. Кстати, если кто-то сидит на диете, то такой бисквит можно готовить без сахара. Меда может быть вполне достаточно.
Смотрите, как пирог смотрится в разрезе. Медовые пироги остаются пышными и не опадают. Получаются очень-очень вкусными. Подойдут как для домашнего чаепития или как основа для медового торта. Пишите мне ваши отзывы и комментарии или хотя бы поставьте смайлик или спасибо. А я всем желаю удачной выпечки, хорошего настроения и до новых встреч. С вами была Виктория.